Территориальные центры социального обслуживания населения организовывают доставку продуктов и лекарств для пожилых людей. Не стало исключением и Орша. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Оршанском районе активную работу начал наш государственное учреждение Территориальный центр социального обслуживания, который организовал работу прямых телефонных линий по приему заявок от граждан, особенно пожилого, престарелого возраста, людей с ограниченными возможностями, на обеспечение их продуктами питания, лекарственными средствами и вообще обращение по любой необходимой для них посторонней помощи. Данные телефоны находятся на сайте как Управления по труду, на отдельном сайте самого территориального центра, размещены в газетах, в СМИ. Какие меры можно предусмотреть, какие меры можно оговорить для данной категории граждан? Ничего особенного, конечно, делать не надо. Достаточно находиться дома, принимать привычные для нас, для всех меры санитарной гигиены, по пустякам не выходить в общественные места, и ваше здоровье, как и самочувствие, я надеюсь, будет сохранено. Будьте здоровы! Так поступил и 93-летний Виктор Филимонович Шелуха. Он позвонил на горячую линию, ему доставили бесплатно необходимые продукты. Это хорошо, значит, это самое, потому что тяжеловато бывает, очень, значит, это самое. А так позвонил, принесу, что, значит, да и поговорить с человеком, потому что сутки двое сидишь и ни с кем не видишь разговора никакого. Тоже пообщаться, ну, если надо доктора, так позвонить, поможет, еще, значит, это. Это очень хорошо. Со временем, когда вот это все... Ну, как бы сказать, привыкнут те и те, значит, это будет очень удобно, очень хорошо будет. В этой акции принимают участие социальные работники и волонтеры БРСМ. Сейчас такая обстановка, пожилым людям нужна помощь, мы молодое поколение, мы должны помогать, уважать их. Горячая линия набирает обороты, и уже все больше и больше идут заказов. И мы приносим продукты, доставляем бесплатно доставку. С 20 марта у нас активно работает телефон горячей линии по номеру 51-19-84, куда могут обратиться все нуждающиеся в помощи люди. Мы также осуществляем помощь в доставке продуктов питания и медикаментов совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».